Сотрудники Львовского дома культуры ради любимой публики готовы потрудиться не только умственно, но и физически. Получив спонсорскую помощь, они решили своими силами отремонтировать сельский клуб на хуторе Красный. Это здание – единственное помещение, где жители могут собраться и провести свой досуг. С 1965 года оно стояло без капитального ремонта, поэтому привести его в порядок очень важно. Здесь проведен монтаж новых металлопластиковых окон, проводятся наружные и внутренние работы. Мы всем коллективом дружно приняли решение и выехали на произвести текущий ремонт в этом здании. Пользуясь случаем, хочется выразить огромную благодарность районной администрации в лице Адама Шахметовича Джарима и депутату законодательного собрания Андрею Александровичу Куймжиеву. Спасибо огромное за чуткое отношение к культуре, за помощь, за отзывчивость. Также за счет спонсорской помощи во Львовском доме культуры отремонтировали фойе и установили информационные стенды. Теперь помещение преобразилось и готово принимать гостей.